посмотрим ночной пригород. Вот такое, видите, чисто английский стиль. Так, нажали на кнопочку здесь и пошли. Видите, машина останавливается. Как детям объясняют все. Ну, я думаю, это все знают. Не думаю, а уверена. Главное, чтобы я не упала. Тут в потемках. Ну что, посмотрите. Это маленький пригород. И вот видите, как здесь довольно неплохо они декорировали все. Такая площадь. Лёд. Людей практически нет. Смотрите, вот такое вот здание. Что тут у нас? Вот, видите? Это что-то даже работает. Смотрите, какая красота. Это не Лондон, это пригород, но тем не менее. Тем не менее, у меня маска на лице. Так, вот так лучше. Тем не менее, очень красиво. Ой, какая красота. Посмотрите, как будто бы Новый год только еще впереди. Они же очень быстро все это заканчивают мероприятие. Ну что, посмотрим елочку, какая елочка здесь. Ой, звезда. Приятно. Сейчас где-то около 5 вечера. Выглядит это все как будто бы ночь. Вот так вот здесь сделали. Смотрите, сюда заходишь, ну и фотографируешься. Допустим, кто-то хочет сфоткаться. Но я сейчас не в том виде, чтобы фоткаться. Так и делаю видео для вас и для себя. Красиво ведь, правда? Нельзя упускать прекрасные моменты, которые нам жизнь предлагает. Да, это мелочи. Вся жизнь мелочи. И надо им радоваться. Так. Ну что тут? Ну тут какой-то памятник, не знаю. Давайте подойдем, посмотрим, что это за памятник. Что это такое?
Вот фамилия. Ну, наверное, какой-то войне погибшим людям. Не знаю, поэтому не буду говорить, а подсказать мне сейчас некому. Но вечерний пригород, конечно, такой миленький, уютный. Такие улочки милые. Такая милая. Вот это вот их. Вот с этой стороны покажу. Посмотрите. Ну не прелесть. Прелесть еще какая. Милая площадь такая. Красиво, красиво, очень. Уютно. Вы знаете, после этого как-то 2020-го все так ожидали Новый год, и я в том числе. И у всех свои надежды, правда ведь? И я всем желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбылись. И мои тоже. Пусть всем будет хорошо, и главное, пусть будет мир во всем мире. Пусть люди будут счастливы. Счастливы во всем. Во всем, абсолютно. Чтобы у всех было все. И еда, и любовь, и деньги, и спокойствие душевное, равновесие, я имею в виду. Чтобы тот, кто не имеет работы, приобрел ее. Ну, в общем, чтобы у всех был успех. Во всем. Вот пусть у вас это все сбудется. И у меня тоже. На прекрасной этой ноте закончим видео, да? Не хочется заканчивать. Ну, приятно же, правда? Но все же, я думаю, я показала все. Мне самой очень приятно. Очень-очень мило. Ну что, всем удачи, любви и, конечно же, здоровья. Вот самое главное, с чего начинается все. С чего начинается все? Со здоровья. Целую, люблю.